Всем привет, меня зовут Степан Комков, и в этом видео вы узнаете, как экономить деньги, как зарабатывать на экономии других, как привлечь в свой бизнес новых клиентов и удержать их, как зарабатывать на рекламе магазинов. Сейчас набирает популярность экономия на кэшбэк-сервисах. Что это такое? Кэшбэк-сервисы помогают нам возвращать часть денег со своих покупок. С путешествий, с заказа отелей, с продуктов питания, с походов в кафе, с покупок техники, в том числе телефонов и так далее. Сервис, о котором я вам расскажу, называется Sweetips. Как это работает на практике? Вы регистрируетесь на сервисе, заходите в раздел «Магазины» и выбираете нужный вам магазин. Сейчас на сервисе более 2000 магазинов. В неделю на платформу подключается от 20 до 50 магазинов. После клика на магазин, в котором вы хотите сделать покупку, вас перенесут на сайт магазина, где вы можете сделать заказ и оформить доставку на дом, либо самовывоз. Кэшбэк вам вернется в личный кабинет, где вы сможете вывести его на банковскую карту, Kiwi кошелек или Яндекс.Деньги. Установив расширение Sweetips себе в браузер, например, в Google Chrome на компьютере, вы не пропустите магазины, которые есть на платформе. Вы можете просто вбить в поисковой строке браузера нужный вам товар, например, кроссовки Nike, и вам сразу покажут магазины, в которых вы можете приобрести этот товар и получить кэшбэк. Также вы можете скачать наше приложение и получить кэшбэк в магазинах на земле. То есть непосредственно прийти в магазин, сделать там покупку. Вам дадут фискальный чек с QR-кодом. Вы приложением сканируете этот QR-код, и кэшбэк вам возвращается также в личный кабинет. Хочу вас обрадовать. Кэшбэк с банковских карт, мили, бонусы и прочие там, бонусы спасибо, например, суммируются с вашим кэшбэком. Кстати, у нас также есть своя банковская карта. Оплатив ей в магазине-партнере, вам вернется кэшбэк в личный кабинет без сканирования чека. Как это работает и откуда берутся деньги? Главная задача сервиса – это приводить клиентов в магазины, а кэшбэк возвращается клиентам для того, чтобы они еще раз возвращались в эти магазины. То есть сервис приводит клиентов в магазины. Клиенты делают покупку в определенном магазине, магазин видит, что этот клиент пришел через наш сервис и возвращает часть денег с этой покупки обратно на сервис. Вот деньги. И, собственно, сервис половину этих денег возвращает клиенту и оставляет себе вторую часть. Таким образом, клиент получает часть денег назад со своей покупки, магазин приобретает нового клиента, а благодаря кэшбэку еще и лояльного, а сервис зарабатывает вот эту комиссию. Например, как это делает Яндекс.Такси. Он просто сводит клиентов с водителями такси и зарабатывает на комиссии. Aviasales, Booking.com, Airbnb, Uber зарабатывают точно так же на комиссии, сводя клиентов с продавцами. Какая выгода магазинам возвращать часть денег сервису? Во-первых, магазины получают рекламу от самой платформы. Клиенты видят магазины на сервисе, а также в нашем приложении. Во-вторых, магазины получают рекламу от партнеров нашей компании в своих социальных сетях и личной рекомендации знакомым. Как это работает? Например, если я пришел в кафе, будучи партнером компании, я обязательно расскажу об этом в своем инстаграме, потому что таким образом я смогу найти клиентов для сервиса и заодно сделаю рекламу этому кафе, что в перспективе даст им новых клиентов. Магазин не платит ничего за постановку на платформу, ничего не покупает, ничего не закупает. Он платит только за клиента, который конкретно пришел от нас и совершил покупку. И платит ровно столько, сколько хочет. Сам устанавливает процент. Естественно, чем больше процент, тем выше вероятность, что клиент вернется в этот магазин еще раз. Итак, магазины покупают у сервиса клиентов за ту цену, которую сами же себе и установили. В этом и есть выгода магазинам. Поэтому, если вы предприниматель и хотите воспользоваться услугами нашего сервиса, обратитесь к тому, кто скинул вам это видео. Итак, с чего же зарабатывает компания? Во-первых, с комиссии, которую платят магазины. Но это еще не все. На сервисе есть два клиентских формата.
Первый – это базовый. Вы можете просто зарегистрироваться, скачать приложение и бесплатно пользоваться сервисом, возвращать себе кэшбэк. Второй – VIP-формат. Вы можете взять Gold статус у себя в личном кабинете и получать на 60% повышенный кэшбэк. Например, вам будет возвращаться не 1000 рублей, а 1600, не 10 тысяч рублей, а 16 и так далее. Так, если бы я покупал iPhone, будучи на бесплатном статусе, то вернул бы себе не 9500, а примерно 6000 рублей. Стоит этот VIP-статус 39 евро. Покупается один раз и на всю жизнь. Очевидная выгода этого статуса видна, когда вы хотите совершить какую-то крупную покупку. Таким образом, второй источник дохода у компании – это продажа как раз-таки этих Gold-статусов. Так же, как это делает множество других условно-бесплатных приложений с платными функциями. Например, существуют различные фоторедакторами, которыми вы пользуетесь бесплатно, но если хотите хорошие фильтры в нем, их можно купить. Например, компания с игрой World of Tanks зарабатывает не на том, что игра бесплатная, а на том, что там продаются различные танки, премиум-аккаунты, золото за реальные деньги. Собственно, на этом компания и зарабатывает. Также и на нашем сервисе есть бесплатная составляющая, есть платная, более выгодная для клиентов, собственно, которой компания и зарабатывает. Итак, Sweettips – это сервис, который помогает магазинам найти клиентов, а клиентам возвращает часть денег за их покупки. Компания зарабатывает с комиссии, которую платит магазин, из того, что клиенты покупают Gold-статусы у себя в личном кабинете для повышенного кэшбэка. Сервису нужны клиенты и магазины. Собственно, поиском клиентов и подключением магазинов к платформе занимаются партнеры. Это те люди, которые зарабатывают на продвижении данного сервиса. Как вы можете зарабатывать? Спросите себя, многие ли откажутся себе вернуть 3000 рублей с покупки телефона, или 1000 рублей с покупки одежды, или 300 рублей с ужина в кафе, или 5000 рублей с какого-либо путешествия. Вы рассказываете людям о такой возможности, они бесплатно регистрируются, внимание, бесплатно регистрируются по вашей реферальной ссылке и пользуются сервисом, возвращают себе часть денег со своих покупок. Итак, представьте, что вы зарегистрировали 100 человек. Это немного, учитывая то, что сервис бесплатный и, собственно, пока мало людей знает о кэшбэк-сервисах в принципе. Ну и, как мы выяснили выше, данный сервис нужен всем, он полезен каждому человеку. Найдутся люди из этих 100 человек, которые так же, как и вы, захотят зарабатывать на продвижении сервиса. Собственно, дальше включается сетевой эффект. Те рассказывают другим, эти рассказывают своим друзьям и знакомым. И, собственно, каждый зовет по 10 человек минимум. И вот мы получаем такие цифры. Например, я зарегистрировал на сервис 300 человек. Кто-то стал партнером, кто-то стал клиентом. И за год моя сеть выросла до 116 тысяч человек. То есть вы понимаете, что зарегистрировав 100 человек, 100 тысяч можно приобрести за год, за два. И теперь давайте посчитаем, сколько денег вам принесет такая клиентская сеть. Например, если человек просто раз в месяц сходит в кафе и получит кэшбэк 150 рублей. Я не говорю о телефонах, о путешествиях, я не говорю о каких-либо о других вещах. Просто один раз сходит в кафе и получит кэшбэк 150 рублей. 150 рублей один человек. Вы получите от этой суммы 5%. То есть 7,5 рублей. Итак, с одного человека 7,5 рублей, то есть здесь мы получаем 750 рублей, здесь 7500, здесь 75 тысяч рублей и здесь 750 тысяч рублей. Люди просто экономят,
пользуется сервисом, а вы получаете с этого пассивный доход. Вам не нужно звонить им каждый месяц, просить, чтобы они купили какой-то шампунь или похудели к лету. Они просто пользуются сервисом. В нашем примере один раз в месяц ходят в кафешку. И вы получаете с этого вот такой пассивный доход. Многие говорят, что ой, да там копейки, копейки, но с каждого по рублю, и выходит неплохая сумма. Даже если за пару лет ваша клиентская сеть составит всего лишь 10 тысяч клиентов, и с каждого взять, скажем, по 5 рублей, то это 50 тысяч рублей пассивного дохода ежемесячно. И это только первый доход из 4 возможных, который получает партнер после приобретения мини-франшизы. Мини-франшиза – это пакет Gold статусов, который закупается на старте для реализации. Для заработка со второй линии идет пакет Platinum. Стоит он 230 евро и включает в себя 10 Gold статусов. Для заработка с третьей линии клиентов, то есть по нашему примеру 75 тысяч рублей в месяц, идет пакет Extra Black. Стоит он 597 евро и в нем 30 Gold статусов. Для заработка с четвертой по десятую линию, необходимо приобрести пакет Extra Black Plus за 997 евро и в нем 50 Gold статусов. Когда кто-то из ваших клиентов покупает у себя в личном кабинете Gold статус, у вас он списывается и вам начисляется 34 евро. Пакет покупается один раз и на всю жизнь. Когда карты закончатся, можете ничего не докупать и спокойно продолжать строить бизнес. Помимо клиентов, партнеры могут подключать магазины к сервису. И что они с этого имеют? Вы заключаете договор с магазином, и когда в этот магазин ходят клиенты, любые, неважно, от вас они зарегистрированы или не от вас, я могу прийти в тот магазин, который подключили вы, и вы с этого будете иметь от 10 до 15% от того, что платит магазин сервису. Ваша задача просто сделать так, чтобы как можно больше клиентов узнали возможности возвращать кэшбэк в вашем магазине. Например, на нашу платформу партнеры подключили Автотрейд и Посудоцентр. Представьте, с каждой транзакции через сервис в этих магазинах партнеры получают деньги. Магазины также могут регистрировать клиентов по своей реферальной ссылке. И с этого они также зарабатывают 5% с того, что эти клиенты пользуются сервисом и ходят в другие магазины. А для вас, для человека, который подключил этот магазин, эти клиенты являются второй линией, и вы также зарабатываете с этих клиентов. Далее, если кто-то из этих клиентов приобретет Gold статус у себя в личном кабинете, магазин заработает 17 евро, и вы заработаете 17 евро. То есть, благодаря магазину вы можете построить себе клиентскую сеть и неплохо зарабатывать на этом. Для получения возможности подключать магазины необходимо быть на максимальном пакете Extra Black Plus и докупить дополнение Shop Connect за 450 евро. Итак, будучи партнером, вы зарабатываете с экономии клиентов, зарабатываете с того, что они покупают Gold статусы у себя в личном кабинете, а также зарабатываете с подключения магазинов к платформе. Многие люди, осознавая перспективы данного бизнеса и направления, согласятся стать партнерами, и вы с этого также будете зарабатывать деньги. Кстати, очень многих привлекает именно заработок на экономии других и на том, что они могут приводить клиентов в магазины, чем просто экономия. Вы имеете процент со всех проданных лично вами мини-франшиз, а также с мини-франшиз, проданных вашей командой. Со всех людей вы получаете процент.
И чем лучше ваш пакет, тем выше процент вы будете получать. Например, если на максимальном пакете вы заработаете 100 тысяч рублей, то будучи на минимальном пакете, вы заработаете не 100, а где-то 35-40 тысяч рублей. Итак, сотрудничая с нашей компанией, вы зарабатываете на том, что рекомендуете своим знакомым сервис, рассказываете им о том, что они могут сэкономить в привычных магазинах, а также помогаете магазинам найти новых клиентов и рассказывайте людям о возможности зарабатывать. И я вам так скажу, идея очень легко продается. Это не то, что продавать косметику или зубные пасты или шампуни. Идея экономить, а еще и зарабатывать на экономии других, цепляет очень многих людей. После того, как вы станете партнером компании, вам откроется обучение, на котором вы узнаете, где искать клиентов, где искать партнеров, как вести переговоры с магазинами, как работать в интернете, как сделать так, чтобы люди вам писали сами. С данными знаниями и инструментами вы точно начнете зарабатывать. Если вам интересно, как при одних и тех же действиях в нашей компании зарабатывать в 2, а то и в 3 раза больше, напишите человеку, который порекомендовал вам это видео, и он вам даст эту информацию. Спасибо!